не пей из копытца. Козленочком станешь, и им же прибудешь во веки веков. Всю карму к чертям сам себе испоганишь, и в жизни не скинешь козлиных оков. Как смутное время в стране наступает, так стаи мессий начинают кружить. И нас потрохами опять покупают, чтоб было светлее и радостней жить. То мощь Гербалайфа, то игры с Мавроди, то экстрасенсорный волшебный заряд, то снятие порчи посеют в народе, то кремом заряженным всех озарят. То фильтры, то БАДы, то секты, то глобы, гигант-пылесос за 5000 УЕ. Казалось бы, что же еще-то могло бы нам в голову вдарить подобно струе? Струя не заставила ждать очень долго. Спасение убогим суля, как всегда, да более родная, как матушка Волга, пришла в Благовещенск живая вода. Чудес повелитель и организатор нам всем показал рот от счастья, открыв мигающие лампами ионизатор, корейских ученых научный прорыв. Кто купит такую штукенцию, сможет жить тысячу лет без проблем и хвороб. Любая болячка оружие сложит, и сгинет навек каждый первый микроб. Испейте водицы, включите ваш разум, она ведь любую уделает хворь. Ангину и грипп сможет вылечить разом, и рак с диабетом, и свинку, и корь. Потливость, понос, гепатит, гонорея — все мигом сойдет, лишь водицы налей. Купите же чудо-устройство скорее. Цена-то смешная, 100 000 рублей. Нет денег? Не страшно. Поможем кредиты оформить под мягкий щадящий процент. Купи, и товарища к нам приводи ты, и скидку получишь как бизнес-агент. Как хочется этой водицы напиться, живее живых став уже, черт возьми. Ну, братцы-козлята, попьем из копытца. А может, останемся просто людьми? Скорее всего, не иссякнут идеи у наших пройдох, я боюсь, никогда. Покуда на свете живут прохиндеи, не кончится в кране живая вода. А сказки мечту можно долго лелеять, в ее ожидании подол теребя. А что покупать и кому потом блеять, тут каждый решает, друзья, за себя. Да, чуть не забыл, простодушным и хилым не надо дрожать за последний пятак. Мой стих был заряжен целебным посылом. Ловите энергию даром за так.